Участились случаи обнаружения фальшивых денег. На территории Астрахани и Астраханской области сотрудники полиции все чаще изымают фальшивые денежные купюры Банка России номиналом 5000 рублей, 1000 рублей, а также иностранной валюты. Межрайонный отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Астрахань просит соблюдать бдительность при обращении с денежной наличностью. При получении какой-либо информации о лицах, занимающихся изготовлением и распространением фальшивых денег, просим сообщать по телефонам 300-100, 300-141, 720-317. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.